Кырымда саба кенедеттин туунен башланды. Бүгүн эжгалжилер хош келди дей жашаган Руслан Рамазановнун эвине суроп келген. Ак Курчалайжы Абдурусу Жипаров хабер эткенине көрө, ФСБ кадимлери таң атканда келип, бир саат девамында тинтүү кечирген. Эвде Руслан Рамазанов өзү, анасы, Умар аркадашы ве 4 баласы бар экен. Вломились в дом с автоматами. Как это можно понять? Мы с такого шума, все дети поднялись, у нас дети, ребенку 4 годика маленькой девочки, они все испугались, мальчики вот наши, мои внуки, они настолько испугались, как они тарабанили эту дверь. Когда это все кончится, я так и не поняла, зачем они вообще пришли в мой дом, почему они нарушили вообще наш покой. Мы сели, и она начала, задала мне 2 вопроса. Знаю я ли о чем-либо в прошлом году, в сентябре месяце, заминированный этот Таврический университет. Ну, честно сказать, я говорю, да нет, я ничего не знаю. Даже где Таврический находится, я не знаю. Ну, не знаю, мне как бы и не надо было, я как бы и не знаю. Ну, она мне ответила по адресу такого-то. Я говорю, нет, я не слышал ничего. И потом спросила, знаешь ли ты человека по имени Дмитрий, фамилия не русская. Я говорю, нет, мне это ничего не говорит. Туневан Харасу Базар районында кечирилген түнтүвдө болганы кебе биреунун патлав азырланмасы чакмасы эсасында келгенлер. Кечкен түнтүвдө болганы кебе патлайжы веселе тапмастан тек билгисаяр ве телефонларын алып кеткенлер. Никакого производства, нет никакого дела. Просто это легенда у них такая, они потом разбросаны там по территории Крыма, такие вещи проводят. А никакого дела нет. Даже вот мы сегодня уже общались с адвокатом, они пытались найти суд, который выдал постановление, нет никакого, ну, постановления от суда. Ну и все, это просто обман. Они же тренируются, скажем, там на небе, не знаю, там в море, вот здесь танки катаются, да, берет металлургскую по Крыму. Ну и, видимо, вот это тоже у них входит в программу учений. Только эти учения происходят в наших домах, в принципе, домах. Русия тарафындан Кырым ижгали Кырым татар халкынын кимлиги сакланмасына түйлүкедир. Буну Украина тышышлары назарынан биринчи муавин Эмине Жапар Бирлешкен Миллетлеринин тамыр халклар меселелерине багышланган дайыми форумунун 20-нчы сессиясында тарих этти. Онун сөздөрүнө көрө, Кырым татарларына такып этмек үчүн Русия экстремизм ве терроризмге каршы канунларына куллана. Бирлешкен Миллетлеринин халкара махкемеси алган карарга бакмадан Русия межлис фаалиетине кайрадан жаңы атмады. Аляда экстремистик тешкилат олурак танымакта. Мустакыл Кырым татар журналистлери такып этилмекте, матбуат васталары эсе ярмаданы терк этмеге мечбур олду, деп билдирди Эмине Жапар. Декілька днів тому головного редактора газети «Кирим» Бекіра Мамута було оштрафовано за публікацію звіту генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша, в якому згадується Меджліс та заклик до Російської Федерації скасувати його заборону. Від початку окупації кримсько-татарські ЗМІ були репресовані та фактично виселені. Серед них телеканали АТР, дитячий телеканал «Ляле», Радіо Майдан, QHA та інші. Херсонда ярмада ижгали себебинден көчмеге мечбур олган Кырым татарлары үчүн мескен курулажак ер белгиленди. Түркия курачак квартиралар акында сөз кетмекте. Украина ве Түркия үкмөтлери арасында имзаланган аңлашмага көрө 500 квартира курулажактар, 100 квартира Киевде, 200 квартира Николаевнан Северный микрорайонунда ве да 200 квартира Херсоннан Таврический микрорайонунда. Херсон вилаяты шурасынын маалыматына көрө, анда мескен янында жами ве мединет меркезини де курулган. Меджлис жетекчилери эсе квартираларынын чокусу Украина пайтактында курулмак керек дейди, чунки бунда көчкөнлөрүнүн сайысы чокча ве перспективалар бар. Амма президент офисы Кырымга якын болгон регионлорду курмага карар алды. Дипломатик ультиматум. Прагадаки Руси элчилиги өз кадимлеринин сайысына Москвада калган чех дипломатларынын сайысына кадар эксилтмели. Буну Чехиянын жаңы тышышлар назири Якуб Кулганик айтты. Руси майысынын сонуна кадар бу талапна бежермели. Аксиалда Чехия 63 Руси дипломатына сургун этежек. Бир кач күн эвел Чехия Врибицада 2014 сенеси арсенал патлатылмасына алякасы болгон 18 Руси дипломатына сургун этти. Жевап олорак Руси Москвадан 20 чех дипломат. Дипломатны кувды. Ама иш бір себепсіз. Чехия тышышлары назарынын фикрине көре, эки мемлекетнин элчилигинде де кадимлеринин сайысы
Берол мало. Русско напроти тому реагувало напросто неадекватно. Російська сторона відреагувала на наші дії неадекватно. Вони вислали 20 наших дипломатів. Про це я говорив вчора з російським послом в Празі. Я пояснив, що Російська Федерація повинна до полудня завтрашнього дня дозволити повернення всіх висланих дипломатів в чеське посольство в Москві. Наші дії мають зрівняти число російських дипломатів в Чехії, щоб це відповідало кількості чеських дипломатів у Москві. Současnému stavu na českém velvyslanectví v Moskvě. Жгалжире Ордусунун бир кысмы Ярмадада кечирилген арбиталимлерден сон дайыми жерлешкен жерлерине кайтарылы башланды. Русия мудафаа назирлиги Тежавуз Девлет Ордусунун кысмы Кырымны терк эткенин акс эткен видеону пайлашты. Техниканы Кереч ве Кефе станцияларында платформаларга юклейлерге арбигемелерге. Апук полигонунда кечирилген талимлерге 10,000 Русия арби ве биңден зияде арбитехника ве 40 арбигеме жалп этилди. Русия мудафаа назири бу Пансыздан кечирилген тешкиров деди. Тунебин эсе орду дайыми жерлешкен базаларына кайтарылмасына абалы этилди. Тунебин Горловка жыбарында эле кулган украин мудафаачысынын ады белли болду. Бу Волынь вилаятынын 10-чу ужум бригадасынын аскери Александр Луцик. О душманнан идаре этилген танкка каршы ракетасы патламасы нетижесинде алган яралардан вефат эткен. Шумеви Крымская жыбарында ишгалчылерин 2 арлан пилотсуз алеты жебе сызыгына кечкени кайд этилген. Оларны радиоэлектрон күрештер тыбатларына колланып түшүргөндөр. Кечкен күн дебамында ишгалчылер 17 кере атышка режима на Бозган. Зокрема, неподалік селища Південне та Зайцеве російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля Красногорівки ще й зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Шуми ворог здійснив обстріл з протитанкового ракетного комплексу та мінометів 120-го калібру. Поблизу населених пунктів Піски, Золота 4, Водяне та Павлопіль загарбники обстрілювали позиції наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Херсон вилаятында эсе аба мудафаа азырлыгы тешкирилди. Кырымнан мемури сыңырына зенит ракета комплекслери ве уларына хизмет эткен аскерлер чакырылды. Херсон вилаятында эсе аба мудафаа азырлыгы тешкирилди. Кырымнан мемури сыңырына зенит ракета комплекслери ве уларына хизмет эткен аскерлер чыгарылды. Идманларда система азырлыкка кетирилмеси такым олурак чалышуу ве душман учакларына уруп түшүрмөгө угрендилер. Тренування та тактика спеціальної навчання сил і засобів протиповітряної оборони ніколи не проводяться за шаблонною системою. Це пов'язано з отриманим величезним досвідом внаслідок участі сил і засобів протиповітряної оборони в антитерористичній операції, а також в операції об'єднаних сил. Оборонці повітряного простору півдня України готові до дій за призначенням. Пандемия башлығынан берли 2 миллион украиналы COVID-19 хасталығына уғрады. Кечкен күн дебамында 14,000 инсанда коронавирус хасталығы таздықланды. Аман-аман 19,000 инсан түзелген. 434 кіші хасталық ағырлашмасы нетижесінде вефат еткен. Украинаға AstraZeneca ашламанын 2-нші партиясы кетірілген. Бұл сефер COVAX программасы черчевесінде. Ашылама Дженеби Кореяда ішлеп шығарылған, ама формуласы дистанда япылған вакцина әлі бірдей Украинаны баш санитарихыма Виктор Лешко. Онан сөздеріне көре, бұл вакцинаны Оксфорд талимлері ішлеп шығарған. Оның үшін қайсы дәвлетте оны япсалар біле, формуласы деңішмес. Ця партія вакцин AstraZeneca SK Bio, яка надійшла в Україну в розмірі 367 200 доз, буде використовуватись в більшості своїй в кабінетах щеплень для людей віком 65+ і старше. Частина партії буде залишена для проведення другого щеплення людям, які зробили перше щеплення в період з 24 лютого, для того, щоб забезпечити повноцінний захист і формування імунітету. Ижгали тілген қырымда коронавирус хасталығы 120 инсанда таздықланды. 8 хаста хасталық ағырлашмасы нетижесінде вефат еткен. Ама бұна бақмадан ижгалжилер елбашысы Сергей Аксенов, қырымда ижгалжилерге қайдетілмесі мұйым олған байрамлар күні карантин сыңырлануларыны емшатты.